Сложные случаи. Медики областной больницы вернули здоровье пациенту с нестандартным размером дивертикула пищевода. Деформация была в несколько раз больше, чем те, с которыми оперируют. Справились с помощью малотравматичных технологий. Как идет восстановление, узнала Наталья Цопина. Я думал, что у меня вот здесь этот, как его, дивертикул. А не тут? Он у вас был здесь, но мешочек уходил глубже, вот сюда. Боль прошла, и сегодня, через два дня после операции, разрешили есть. Пока только пюреобразные продукты. Раньше для Евгения Тимофеевича каждый прием пищи был проблемой. Я обратился, потому что пища плохо стала проходить, застревать, попросту говоря. И все время вызывала кашель, естественно, раз она застревает. Диагноз – дивертикул Ценкера – выпячивание слизистой оболочки. Причем размер его один из самых больших, который удавалось оперировать эндоскопистам региона. Это дивертикул глоточно-пищеводного перехода достаточно больших размеров. Глубина дивертикула составляла порядка 5,5-6 сантиметров. Это много, на самом деле. Потому что чаще всего мы оперируем пациентов, и пациенты к нам обращаются в клинику с дивертикулами глубиной порядка 1,5-3,5-4 сантиметров. Пациенты до операции, то есть видно, что дивертикул больших размеров, это прямая проекция, да? Вот это уже боковая проекция, то есть видно, что вот это вот все, это глубина его. И по сути, по своему, начинается на шее, а уходит уже в грудную клетку. Из-за большой деформации врачам пришлось потратить больше усилий и времени, чтобы выполнить операцию. Немного изменить стандартный подход. Закрывая отверстие, использовали в полтора раза больше клипс. Зато период восстановления короткий. Малотравматичные технологии позволяют выписать пациенту уже на четвертый день после операции, независимо от размера дивертикула. Если мы говорим о открытой хирургии, то, разумеется, это длительная реабилитация, это разрезы на коже. При открытых операциях на 10 сутки мы выполняем контрольное исследование, это рентгеноскопия пищевода. Убеждаемся, что шовчики на пищеводе зажили. После этого мы можем только пациенту позволить начать кушать. И только после этого отпускаем. Завтра Евгений Барышев отправится домой с рекомендациями по соблюдению диеты. Временно. Уже скоро можно будет перейти на общий стол. На контроль медики областной больницы пациента ждут весной. Наталья Цопина, Сергей Жданов, Новости ОТС.